В России планируют вернуть пионеров. Представитель КПРФ считает, что пионерские организации до сих пор необходимы и востребованы. Прямая речь. Что касается восстановления пионерской организации, Компартия давно этим занимается. 19 мая каждого года мы принимаем более 5000 пионеров. Во многих регионах проводятся такие же мероприятия. То есть де-факто пионерская организация востребована и необходима, в том числе с такой инициативой выходят родители. Наша партия активно поддерживает это и в качестве общественной организации. Что касается государственной позиции в этом отношении, то мы как угодно можем ее назвать, время первых, но в любом случае мы вернемся к истокам пионерской организации. Лучшей организации подготовки воспитательной, кроме как пионерской, не было. Также он дополнил свое видение ситуации тем, что в Башкирии уже практикуют подобные школьные организации. Школьников обязывают носить галстуки, произносить различные клятвы и воспитывают в соответствии с главными догмами этой организации.